Почему не видно? Почему я не вижу ничего? Не видно. Мне кажется, мы в прошлый раз шли другой дорогой. Вы уже пришли, герцог. Доброй ночи, сударь. Доброй ночи, сударь. Доброй ночи, сударь. Что угодно, господа. Пока не имел чести услышать ваш британский акцент, мне было угодно пожелать вам доброй ночи. А теперь мне стало чертовски интересно, что же делает англичанин на улицах Парижа накануне войны Англии с Францией, да еще и в столь поздний час. Если вы решили заработать... И тем более сохранить ваши жизни. Возьмите это и проводите нас. Золото. Золото мы, конечно же, примем, но, пожалуй, если исполним то, о чем вы нас просите, нас можно будет легко казнить. А потому сдайте оружие и следуйте за нами. Вы понимаете, с кем вы говорите? Вы только отчасти правы, милорд. Ну, мы, конечно же, знаем вас, но и похоже, что мы знаем вашу таинственную спутницу. Ведь если судить по географии передвижения за последние сутки, а это дворец нашего высокопреосвященства, затем крепость Ля-Рошель, где она встречала вас и весь британский флот, а затем Гувр, то она и есть тот самый страшный шпион Ришелье, за которым мы уже битый месяц следим. Ну почему же страшный? Долго мы будем слушать бредни этих уличных ворож? Да? Друзья, встретимся мы с вами на месте через час! Сэр, yes? Of course. Живой? Я-то вот на плечо, кажется, сейчас умрет. Послушайте, милорд, если этот парень через час не начнет улыбаться, я забуду про то, что вы ценный военнопленный, и придушу тебя, скотина! Кажется, мы наделали много шума, надо убираться.